Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Crazy King. Такс, ну что у нас тут? Нам нужно... Что это такое? Новое СК. Пограничные города Восточного Болота словно исчезли. Их корабли не проходили уже несколько месяцев, и никто не решается переплыть гнусные зеленые миазмы, исходящие из этих берегов, чтобы высадиться там. Неужели армия скелетов покорила и эту землю? Или этот умирающий остров постигла еще более необычная судьба? Слушай, давай проверим, а что у нас тут? Мне так лично очень интересно. В общем, мы будем драться здесь против скелетов. Наши герои попали в скользкую историю. Вся эта слизь. Что в царстве могло это сделать? Слишком тихо, где все? Действительно, где обожающие меня поклонники? Что если они... Шш. Слышу, они идут. Хрюхлю. Ой. Чё-то, это, по-моему, они убегают, животные. Му. Ладно. Что это с ними? Не знаю. Кажется, они от чего-то бегут. Или от кого-то. Или за ними бежит нечто. Именно это я и... Пора в этом разобраться. Слушай-ка, животные убежали от кого-то, мне понятно. Ух, что у нас тут в осаде? Угу. Сундук с наградой дня. Ну что, тыкнем пальцем в небо, как говорится, и была не была. Да ладно, блин. Хилищий фонарь. Нет. Не хочу еще раз пробовать. Так, ребята, вот здесь, пожалуй-ка, я гляну. Ну что, я глянул все три рекламки. Теперь давай делать спин. О, как. Слоты фортуны. Ну что же, давай смотреть, что у нас тут еще есть. Улучшить. И что я могу улучшить? А вот это что такое? Допустим, сделаем вот так вот. Оп, улучшить. 1 час 14 минут. Замечательно просто. Кстати, что у нас тут новое? Ага. Ну что, побежали? Это у нас опять же логово минотавров. Насколько я помню. Родовую разведку сделаем. Да, тут минотавры. Тут у нас чисто минотавры. Поэтому, в принципе, этой командой мы должны здесь разрулить. Должны. Я думаю, что у нас получится. Вот сюда поставим стрелка. Сюда лучницу. Так, наш боец пускай здесь стоит. Ну что, поехали. Так, у нас, оказывается, тут два места, которые мы должны защищать. Нет, ты лучше иди сюда. Будешь драться здесь, потому что тут будут, если что, молнии бомбить. Это самое лучшее для нас местечко. Получается. Стрелок, давай, строчи. Так, наверное, все-таки нужно двух бойцов сюда ставить мне. Ага. Вот так вот поставим. Двух стрелков здесь. Ну что, следующая волна? Кто тут у нас? Понятно. Сделаем вот так вот прокачку. Конечно, лучше всего магов, которые бомбят молниями, прокачивать, потому что у них массовая атака. Так, давай. Не надо только лагать, игра, пожалуйста. Без лагов. Причем лагает она только, ребята, на компьютере. На планшете у меня она идет урона, но это связь. Эй, мышь там побежала. Мышь-проказница. Ну что, следующая волна? Вызываем. Мне нравится, как стрелок бомбит. Он наносит довольно неплохой урон, ребят. Я бы сказал, крит урон даже. Так, ну, заклинаний у нас никаких нету. Если, ребят, что-то пойдет не так, что...
Мы ничего не сделаем. Тут еще этот крысолов, который крыс. Так, мы еще прокачали с тобой отравляющие стрелы. Надо еще на втором лучнике это сделать, чтобы они получали урон. Причем урон довольно хороший. Вызываем следующую волну. Сколько тут вообще волн у нас? Ага, еще две волны будут впереди. Да, отравление очень классно помогает нам. Достаточно просто стрелу метнуть, и она будет их преследовать до их не кончины самой. Так, вот только вот тут вот. Мне не совсем нравится, что происходит. Крысы тут еще побежали. Угу. Ну что, следующая волна. Это получается пятая. Это предпоследняя. На последней волне, я чувствую, пойдет кто-то более серьезный. Может быть, даже босс какой-нибудь. Хотя это вряд ли. Нет, не будем пока этого ставить. Лучики расстреляли минотавров этих. Ну, мой главный персонаж. А, там лучики в него бомбят. Мало хп у него остается. Отводим его в сторону. И последняя волна, шестая. Так, стрелка надо нам. Оп, оп, замечательно. Теперь будет как бог валить всех. Так, это жиробас идет. Предводитель, да, я так понимаю, этих минотавров. Не надо, пожалуйста, подлагивать. Не вижу, когда это происходит. Стоп, 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 стоп. Какого... С какого перепуга мой главный боец погиб? Ну что, все, ребята, мы, по ходу дела, прошли, да, прошли с вами эту волну. И мы можем дальше проходить. Дальше, на следующий этаж. Погнали. Наверное, так и оставим, как есть. Только разведочку сделаем. Ну да, тут будут еще маги. Крест-накрест как-то они пойдут. Получается, значит, здесь маг. Тоже лучше всего мага здесь поставить. Плюс лучница здесь. Стоп, а вот здесь вот маг как раз достает две. Ну, ему вообще топово, ребят, бомбить, если честно. Удобно. Блин, я забыл позвать компаньона себе. Это не очень хорошо, надо будет позвать его. Потому что мне тут одному будет сложно с ними справляться. Угу. Так, вот эти вот два мага на перепутье, это, конечно, круто. Они мне здесь хорошо помогают. То есть сразу по зарядику выпускает и нормально, да? И этот охламон, как ты видишь, никуда не прошел. Дай-ка я напарничка вызову себе. Напарник — это топ. Так, у нас, оказывается, вон еще где проход. Раз, два. У нас три места, куда могут минотавры побежать. Я только сейчас увидел здесь, вот наверху, это место. Вот куда сейчас этот бежит минотавр, вот, с которым сейчас дерутся. Иди помогай, господи, стоишь тут просто без дела. Вот здесь вот, ребят, вот куда сейчас бежит мой боец. И видишь, тут тоже вот проход есть. Так, отравляющие стрелы давай прокачаем. Вот так вот. Так, вызвать следующую волну. Да нет, я пока не хочу сразу же следующую волну. То зачем? Эй! Эй-эй-эй-эй-эй! Ты смотри, что делает, а? Сюда надо, наверное, с дротиком чувачка поставить. Следующая волна, вызываем.
Так, один тогда будет здесь у нас стоять. Один здесь. Вот здесь даже. Мне кажется, как-то многовато здесь, нет? Быстрее, 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 быстрее. Однозначно надо сюда ставить. А почему я не могу? Погоди. А где у меня, интересно? Я что, больше не имею права поставить мага в себе? Серьезно? То есть, получается, лимит по магам, что ли, какой-то? Как? Я не знаю, как это еще нужно назвать. Так, крысолов фигов. Бомбим, ребята, его. Эй! Да чё ж у вас дофига-то так? А этот пропустил, дуралей, блин. Стоит там, лыбу давит, придурок. С бомбами с этими. Уже не на 3 звезды, да, получается? Твою налево. Что-то вообще как-то с деньгами проблемы. Почему не могу, блин? Я хочу прокачать, а мне не дают такой возможности, ребят. Какой толпой идут, блин, попробуй тут что с ними сделать. Тут еще лучники, видишь, эти паршивые. Сейчас, по-моему, шатает мне моего главного бойца. Что-то я постоянно стрелка, пускай строчит. Куда собрались, а? И так одного из-за вас пропустил, блин. Это шестая, это предпоследняя у нас будет волна. Так, тут с копьями, со всеми делами идут. Он не успевает, ребят, он просто не успевает. Ну куда? Смотри, ломанулись, щеманулись. Все, ребят, сейчас, по-моему. Так-с. Слушай, еще пока не все потеряно, ребят. Еще пока не все потеряно. Последняя волна, но здесь надо быть, я не знаю, там предельно как-то осторожным. Косолов, да? Так, давай-ка дротики прокачу свои. Чтобы меня на крыса тут не пробежала. Так, родной, иди сюда вниз. Блин, крысы. Куда вниз? Я не знаю, куда. Или вниз, или туда идти. Так вот сделаем. Подбили. Так, заколбашиваем их. Слушай, ну здесь прошли одну, ребята, единицу мы пропустили, к сожалению. А так, в принципе, все нормально. Если это можно назвать нормально. Так, ну что, следующий будет отремонтирован через 4 часа. Дорожка туда. Турнир открыт. А что за турнир? Сыграйте в этом турнире, чтобы вступить в группу. В какую группу-то вступить я должен? Разведка. Твои скауты не смогли собрать информацию. То есть...
уровень собрать информацию. Угу, типа-типа. Свистунка там заправляют. Мы не смогли собрать информацию. Конечно, так я им поверил. Одна волна всего лишь. Но она, наверное, будет охрененно большая. Стоп. Стоп, ребята. Твою, блин, дивизию, а. Так, лучника, что ли, сюда еще поставить? А что, моего уже... Моего бойца уже забомбили, да? Что там еще в книге написано? Берсерки топрометатели из племени бронированных. Из стали лук не согнешь. Также просто склони бронированного к мысли, что это оружие. Тяжелый металл, топор — их излюбленное метательное оружие. Такс. Тебе не кажется, что это так, трэш какой-то? Все, ребята, не прошли. Угу. Называется «Попробуй пройди». Да фиг ты там пройдешь, ребят. Фиг ты это пройдешь все. Событие называется, блин. Ага. Слушай, ну тем не менее я на... Каком я? На втором месте, ребят. На втором я месте. Так, я хотел посмотреть по поводу... Так, задание. Так, это друзья. Это турнир. Это карты. Новые. Это легендарный доспех. Ну что, соленый ветер. Оживленный в прошлые времена порт соленого ветра сейчас мертв и тих. С крыши деревьев свисают нити таинственной грязи. Что могло здесь произойти? Вот это нам и предстоит, ребята, выяснить. Что тут произошло? По разведке. Опа, вражеская армия, крысы и какая-то слизь. Какая-то слизь. Блин, ну я, наверное, пока оставлю такую армию, какая вот у нас в данный момент и есть. Возьмем напарничка. Так, вот этот против крыс очень хорош. Бомбардир. Давай смотреть. Сколько волн? 3 волны будет. Да, против крыс, конечно, тут очень сложновато, ребята, будет драться, так как их много, видишь, да? Они очень кучно бегут. То есть, как бы, еще нужно успевать их подбивать. При всем при этом. Угу. Так, здесь, слава богу, отбились. Ну, дротика-метатель, по-моему, очень быстро метает свои эти дротики. Нормально все. Вторая волна. Ох ты, это что такое у нас? Разумный комок грязи с мечом. Болото ожили. Этот пачкун нашел ржавый клинок и намерен им воспользоваться. В бою это очень скользкий тип. Вон он идет. Этот очень скользкий тип, он идет, ребят. Ну, бомбометатели здесь, ребят, хорош. Что еще могу сказать? Очень хорош. И горят они даже хорошо. Пачкун. Этот пачкун нашел клинок ржавый и побежал с ним в атаку. Прикольно написали. Вот бомбардир хорош, но у него очень долгая перезарядка. Да, ребят, очень долгая перезарядка. Пока обметнет... Пока подумает, стоит ли ему еще метать.
Упс, упс, упс. Нет, 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 не проходите. Стрелка-то некуда поставить, понимаешь? Все, прошли, ребят. Прошли на 3 звездочки. Никого не пропустили. Замечательно. Так, а у нас открывается здесь еще территория. Предстоящее вторжение. Вторжение в Штольне начнется через 3 дня, 4 часа. Открывается на 180 звездах. Ты извини, откуда я могу столько звезд взять, если у меня всего лишь 91, я так понимаю, да, из 108? Откуда столько звезд-то набрать? На сельских дорогах положено быть стадом скотины, направляющейся на рынок. Вместо того, на них полно разумной болотной грязи, пытающийся обладать нашей кости. По крайней мере, запашок у нее стал получше. Офигеть, что это за мерзость такая? А? Скажи-ка мне на милость. Так, по разведке. Какие-то новые юниты, блин, вражеские, которых до сели я не видел. И вот теперь они будут... Так, кстати, вот теперь они будут нас терроризировать. Сразу выпускаем нашего дружка. Наверное, вот так вот. И все, что ли? Это... Пипец, это вообще на что мне хватило? Молодцы. Так, слизи поперли. Нашли ржавые клинки. Все дела. Идут. Так, и снизу поперли еще. Но это совсем нехорошо. Это, я бы сказал, вообще плохо, ребят. Так, а этого-то что, никто не достает? Нет, ребят, никто до него не может достать. Что-то лучники против слизи. Не айс. Эти лучше все-таки, которые дротики метают. Тут, кстати, 6 волн будет. Так, снизу ползут партизаны. Жалко, у наших персонажей нет каких-то там суператак или еще что-нибудь, каких-то супервозможностей. Было бы намного прикольнее. Так, дротикометатели. Куда его поставить, дротикометатели? Сюда, что ли? Просто других идей у меня нету. Угу. Блин, теперь еще... Теперь еще и сверху попрут. Вот называется, не было, блин, печали. Теперь они еще сверху побегут. С 3 сторон. Да, с 3 сторон побегут. А вот мне резон там драться, да, когда никто не будет прикрывать. Очень круто просто. Ну так что ты стоишь-то, если там он... Господи, ну ты баран, а. Теперь сюда беги. Ведь видишь же прекрасно, что идут эти... Мерзости, нет? Стоит там, лыбится. Или какой живучий слизнюк был. Урон плюс 20. Ёк-макарёк. Очень мало хп у нас. Твою дивизию, тут надо было бомбардиры, ребят, ставить. Ух, тут будет жестко. Пройдут, пройдут, конечно пройдут. Так что ты стоишь-то, придурок?
Ну, это, конечно, труба. Просто, ребят, труба. Посмотри, сколько мы напропускали. А почему? Потому что мы их всех персонажей завалили. Их бойцов, блин. Какие тут нафиг 3 звезды? Бомбардир стоит вообще не там. Надо его было вот сюда вот ставить. Вместо этого. Ему вообще там не место, если честно. Вот он стоит как придурок неприкаянный, блин. Ничего сделать не может. И толку от него, блин, там. Бомбометатель тоже мне. Вообще ноль толку. Ноль профита, вот что я тебе скажу. Вообще ноль. Он бы бог этих крыс мог бы вообще, ребят, с полтыка бы разносить. Если бы стоял бы вот или где маг вот этот вот, или где который дротиками летает. Просто разбирал бы их с закрытыми глазами. Так, давай следующую волну вызывать. Вот смотри, вот сейчас вот как он последний будет бомбашить. Слабо. Поджога нет, что ли, у него? Вот, поджог повесил. Пускай 3 горят идут. Ну, по крайней мере, он наносит урон массово. Пускай не так уж быстро, но массово. Что ты там засвирестел? Блин, ну прикинь, мы 7 вражин, ребят, пропустили. 7. Давай, в крыс. Видишь, крыс он вообще на ура разбирает. Вот так вот и надо было везде ставить по одному бомбардиру. И тогда бы горе бы не знали бы. Особенно в начале, когда крысы бежали на нас. Вот бы он бы их тут чикал бы. А тут одна волна последняя, 6-я, ребята. И вот они все идут с одной стороны. Поэтому можно бойцов даже туда отправлять. Всех причем бойцов. Ну, естественно, при желании эту миссию можно перейти, перепройти на 3 звездочки. И, в принципе, это реально. А тут всего лишь 2. Как говорится, ни туда и ни сюда. Так, и у нас, ребята, открылось новое задание. Но я думаю, что с этим заданием снова мы, наверное, уже будем, ребята, заморачиваться в следующей серии. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.